Netflix. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir haben gerade eben noch Asylant gehört. Jetzt hören wir uns Oxymyra an. Ich habe vergessen vorher zu sagen, in jeder Runde gibt es ein Thema. Und in dieser Runde ist das Thema, alles was im Buch stand anders. Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, was Oxy für uns hat. Ich bin mal gespannt, was Oxy gemacht hat. Ich muss sagen, Asylant hat einen guten Flow gehabt, aber irgendwie ich habe da kein Battle gesehen. So, das ist nur meine Meinung. Jetzt bin ich auf Oxy gespannt. So, Oxy. Ah, was mir sofort auffällt, ja? Guckt euch mal das hier an. Ja? Guckt euch das an. 5-5-5. Was will Oxy uns damit sagen? Möchte er sagen, dass er hundertprozentig in die fünfte Runde kommt? Ja? Das ist so, Oxy. Okay, let's go. What the fuck? Ложку раньше могла украшать резьба, переплеты часто была приортачена тесьма. Книга выглядела иначе, от печати до письма. Антиквар пожмет плечами, не судьба, значит так. Извините, в книге моей судьбы давно засалены страницы. Титульный лист исписан, смысл иллюстрации выцвел. Нет абзацев, целых сфорзаций стирается экслибрис. Лице вырвано с мясом на свой риск. Перелистните, и вы поймете, как все отличается от лица. Типографской краски изначальный стиль не виден. Книги моей судьбы давно засалены страницы. Ведь я переписываю чистовик. Okay, sehr interessant. Oxy fängt mit dem Thema an. Und es hört sich sehr, sehr ernst an. Das Thema. Хотел бы, чтоб мои песни были повеселее, легкомысленнее, смелее, естественнее, дульсинее. Ты знаешь, я такой только если, но веселее с тобой, ведь наедине с собой цирк сильнее дюсулей, я снова бегу. Okay, sehr interessant. Also, wenn Oxy so gesehen die Möglichkeit hätte, das Buch neu zu schreiben, dann hätte er sich gewünscht, dass seine Songs mehr Freude haben, ja? Und nicht so ernste Themen. Wie er das immer sonst macht. Okay, interessant. Дать ветряным мельницам пиздюлей, хоть полезней было б себе за этот беспочвенный страх. Четверть века сомнений в себе щерит волчий оскал. Творческий спад я сделал много, еще больше просрал. Как часто пиздюка утешают, не плачу, вы не судьба победить. То раз тебе выдали шанс, тебе не вала, бери за рога быка, не отпускай, чтоб наверняка закрепить. Не гонди капли, не дат на вакансию остаться в веках. Не зевай, молодняк по пятам идет. Мне бы побыть умней, но прилетев из LA, выиграв лотерею, финт выкинул, как умею. Погряз в компании, фрешбладе, делах БМ. Охватку растеряв, сунул себе в мать его бади. Бэ, куда тебе-то? Знать, какова усталость от побед. Но я сумел сломать сам, что не удавалось оппонентам. И знаю достоверно, видеть, как твою статую стаскивают с постамента. Страшно, но sehr, sehr interessant. Es gibt nämlich zwei sehr schöne Lines, die er erwähnt. Ja? Das eine, er sagt, er erzählt, dass er viel gemacht hat, ja? Aber auch hat er, ich sag mal, sehr viel verkackt, ja, kann man sagen. Und dann gibt es am Ende etwas, was er gesagt hat. Ich habe selber etwas geschafft, was viele nicht geschafft haben. Also er hat selber sehr viel kaputt gemacht als seine Gegner. Ja? Sehr, sehr wichtig sind genau diese beiden Lines, weil schon fast am Anfang erwähnt er etwas, was sehr wichtig ist, und dann am Ende nochmal. Ja? Und diesmal bezogen auf seine Gegner. Interessant. Damit will ja Oxy ja sagen, mich also Oxymyra kann niemand schlagen, außer ich mich selbst. Ja, nur ich selbst kann mich schlagen. Okay, sehr gut. Давно засалены страницы. Титульный лист исписан, смысл иллюстрации выцвел. Нет абзацев, целых сфорзаций стирается экслибрис. Лице вырвано с мясом на свой риск. Перелистните, и вы поймете, как все отличается.
тексты, ведь я переписываю чистовик. Я хотел бы, чтоб мои песни выходили почаще. Представьте, настал рассвет, пока выходили почаще. Шаг из леса, вы щурите. Я... Viele Fans wünschen sich, dass Oxy mehr Songs rausbringen würde. Selber Oxy, Oxy selber sagt das. Ja. Okay. Мир как не настоящий, лишь мысли, где я бродил, как свалил, почему не раньше, так я выхожу из очередного эпизода самоуничижительного психоза, раз сезон и грабли, все те же, я так же упрям, не доверяю таблам, хоть явно зря реальный страгл, вот такая таглайф, любимая из всех методик, чтобы обрести спецспособность, посадить себя в безвыходный колодец, так что я сам себе тюремщик, судья, пациент, питомец, забывший за что приговорен, эксперимент контролить. Das ist wieder eine Line, die sich eigentlich auf dem vorherigen Part bezieht, ja? Er hat ja vorher auch gesagt in dem Part, dass er selber alles kaputt gemacht hat und nicht der Gegner. Und hier kommt wieder eine Line, die sehr wichtig ist. Er sitzt wie in so einem Knast gefangen, ja? Und er selber macht ein Urteil über sich, ja? Er ist ein Richter, er ist ein Patient und so weiter und so fort. Das heißt, er selber kann über sich richten, ja? So verstehe ich das. Что это в день рождения 35, ведь опять всю последний день зачем-то скрыться, блять, ну принцип взять. Herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag nachträglich. Обесценить себя время, мчиться с пятерки детсад, всем плясать, ланцет дрится об соца. Саботирую свой труд, который год подряд, как Крупин, прокрастинировал страх, игру, блять, не перевернуть, идея фикс. Мономино, представьте себе на миг, если за голову возьмусь, как вы схватитесь за свои? Плюшевый нашептал, что не фу, ни казах, ни на что не способен твой флоу. Модный 140, но будешь 740, присадь, я устрою кроссовер. Птица уйма тенге, делай мамбл, не бамбл, обизи озвучку, бля, исламы в паре, но мой кошерный хуй не тебе, это изя для лучника. И слать ему это. Окей, jetzt... окей, ich verstehe die Idee, Moment, das hören wir uns zu Ende, das hören wir uns zu Ende, Moment. Свинячие глазки слезятся от ветра, казахские реки, как эмбо, текут на то плоский ебальник австралопитека. Засал, как у Лего, дошпала 2 метра. Но карлик на треках, если остров мертвых, я архипелаг, гулаг назван Ислам, но не знает, где Мекка. Бля, чувак, это не Исламуэрта. Кто не Исламуэрта? Ну, у тебя в паре не Ислам. Окей. Окей, that's geil. Окей, Asylum sieht so aus wie Исламуэрта. Ich glaube, der kommt aus Kasachstan, glaube ich. Ich weiß es nicht. So. Was geil ist, er countert jetzt gerade Asylum. Und zwar, er sagt, dein Flow ist Neuzeit, 140, also 140 BPM, Fast Flow. Das ist genau das, was Asylum gerade eben gemacht hat. Wir haben ja gerade eben diesen Song gehört. Und da hat er Fast Flow gemacht. Das heißt, hier kontert er schon. So. Du machst das, was viele Kasachen machen, ja, 140 BPM. Und deswegen verwechselt er ihn mit Isla de Muerte. Und was noch interessant ist, dein Name bedeutet Islam, aber du weißt nicht, wo Mekka ist. Ja, geil. Wieder auch interessant. Du hast geweint wie Kollege. Hast Angst gehabt wie Kollege. Du bist 2 Meter groß. Ja, doch auf den Songs bist du ein kleiner Mann. Ist gut. Исламуэрта. В смысле не Исламуэрта? У тебя в паре другой казах, он просто тоже читает быстро и тоже казах. Блять, реально. Приношу свои извинения всему казахскому народу. Погодите, эй, я беру все назад, вы все разные. Это не рандомный казах, совершенно другое лицо. Я укор вижу в ваших широких, огромных глазах. Мой оппонент Асулбек, Асула силам отстал. И мамбет спер кассету, бы он так подписал. Дас эффект, теперь быстрый клоп на ужин, завтрак, обед. Дара, торка, ран, револкал. Стал на чёрна, пара. Револт еще та хуерга, лучше с Резькиным за руку на буерак. Асулбек, я сварю из тебя хуердак. Не позорь, Тамерлана, воды переал. Слышь?
У меня в нике 3X, эй, завяжи как Ники Л. Рос, как тебе выиграть приз здесь? У тебя в нике 3L. Лос, не понял отсылок осилам Китая? Сдержи от бациллы вакцину, отсылок акцинам. Шипни от меня своей маме, родная, спасибо за сына. В этом раунде ты антагонист, ты борец, типа Биба, Керамзит, Азябе. Но твой первый концерт был в 11-м, в Алма-Ате. Ты пришел на меня и Витю СД. Я бы никогда не спутал тебя, субъект. Называй меня только на вы. Я собрал в Астане больше твоих друзей, чем способны собрать твои похороны. Вы мне кого подослали? Наивнее искусство, не копи Расмани. Считать, что я буду с тобой долго базарить. Опомнись, пацан, ты никто в Казахстане. Этот щенок думал хасл назвать себя в честь легендарных фитов. Тебя смог и сказал то, что рэп это асл. Окси сказал, что ты сядешь на уй. Мы не кидали жирный инсайт про мажорский твой вуз и про фирму отца. Саудовский лейбл кино, где попса и про фон Сороса, что саппортил ваш сквад. Но ты настолько пресный, что бег всем срать, что сливает информатор куда. Принеси мне шик-шек, послушай совет, пока еще остывают бешпармат и журба. Асылы масы, калай, макалай, атынын казы, джамай, синжарай. Чок булунды, казак таркалай, казак булунды, балдар карамай. Эко табас, тест, деп бахала, трек сонында ты была сын каза. Ты не красавчик, хоть ты и казах, акшылынды бетерды акула. Кота им жиме, шешинамы, пху, блядь. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich brauche einfach dazu gar nicht mehr viel zu sagen, weil das ich ja, Oxy ist eine Runde weiter. Ja, meiner Meinung. Es war nicht schlecht. Der hat meiner Meinung nach sogar sehr viel gesagt und gecountert. Einfach. Der hat einfach gecountert. Es, ja. Ich habe dazu einfach nichts hinzuzufügen, muss ich sagen. Das Ende war nicht schlecht. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.